Запорожская молодежь поддержала украинскую армию патриотическим маршем. В акции поучаствовали как запорожцы, так и гости города. В формате встречи участники собирали деньги на нужды солдат, воюющих в зоне антитеррористической операции. Подробности у Евгении Маловик. На площади Поляка людно. Отсюда запорожская молодежь отправится маршем по проспекту с украинскими флагами и патриотическими лозунгами. Таким образом, активисты надеются создать запорожцам соответствующее настроение. Я считаю, что эти мероприятия сближают людей, объединяют их. Все-таки мы показываем, что Запорожье – это Украина, нету никакого ЗНР. Основная цель патриотической встречи, говорят организаторы, выразить поддержку украинским военным. Участники марша решили собрать для них средства и написать послание. Дети подготовили красочные рисунки, а девушки написали трогательные письма, в которых высказана главная просьба – поскорее вернуться домой живыми и невредимыми. Ну, невозможно выразить словами то, что хочется передать ребятам. В то время, когда беженцы с Донецкой и Луганской области греют свои бока на морях, в Бердянске, в Приморске и в Кирилловке, кто там был, их видел в таком количестве достаточном, и не освобождают свои родные города, то ребята с центральной и западной Украины там просто ложат свои жизни и освобождают их землю. Мы напишем, что мы им всем желаем, просто желаем от всего сердца остаться в живых, это в первую очередь. Ну и высказываем слова благодарности, потому что благодаря им не розповзлась эта чума. Коли приходит допомога військовим, вони перше, що кидаються читати ці листи. Не їжу, не речі, без яких вони воювати можуть, а саме листи. Не меньше других за судьбу Украины и жизни бойцов переживают запорожские школьницы Полина и Анфиса. Именно это и привело их в ряды патриотического марша. Девочки, говорят, гордятся тем, что они украинки. Я дуже пишаюся, тому що Україна – це велика країна, та тут жили… Вона багата, вона заможна, красива. І як можна не пишатися тим, що ти українець і… Не любити Україну неможливо, живучи в ній. Тут жили дуже відомі люди, Тарас Шевченко, та тут народився Гоголь. Подобная акция уже проходила чуть ранее. Тогда удалось собрать для украинской армии несколько тысяч гривен, говорят организаторы. Как и в прошлый раз, эта встреча закончилась патриотическим маршем вдоль проспекта.